Строительство моста – крайне ответственный процесс, который требует особого подхода. Здесь важны не только качество и технологичность оборудования, но и безопасность при проведении работ. Данная система отвечает всем нашим требованиям – удобство эксплуатации, технологичность, безопасность, минимизация трудозатрат. Компания «Перри» обеспечила поставку уникальной системы уравновешенного бетонирования «Вариакит VBC». К тому же у нас 100% доверие компании и уверенность в результате. Мы точно знаем, что все будет вовремя и в срок. И согласно нашим запросам, сотрудникам «Перри» связь 24/7 и оперативное решение всех возникающих вопросов. Веревку рубите сразу же, подсекайте ее. На объекте использовалась новая, уникальная, незнакомая прежде система. Важно было максимально быстро обучить монтажников работе с ней. Для этого компания «Перри» предоставила нам постоянную поддержку специалиста на объекте и дополнительно закрепила инженера. Все технические вопросы решались максимально оперативно. Простота монтажа и возможность работы с одного поста управления позволили минимизировать количество ИТР на объекте. А сегодня эта проблема стоит остро. Особое внимание мы уделяем безопасности. В системе VBC учтен и данный момент. Это доступ к любой точке системы в зоне досягаемости монтажника. Дополнительная важная опция, что система позволяет смонтировать тепловое укрытие. Это дает возможность работать даже в самых суровых зимних условиях. На меня была возложена обязанность технического куратора данного объекта. Это большая ответственность. Во-первых, мне необходимо было увязать работу большого количества подразделений. «Перри» Германия, Польша, Испания, наш технический отдел и супервайзеры, производство, а бригадиры и начальники участков со стороны заказчика, проектировщики моста. Все удалось, все сработали слаженно, оперативно, на результат. Во-вторых, наряду со стандартными, хорошо знакомыми нам и клиенту системами «Перри Ап» и «Вариокит» на объекте применялась, по сути, уникальная для российского рынка система уравновешенного бетонирования. Поэтому мне необходимо было в кратчайшие сроки разобраться в устройстве агрегата VBC, который состоял из 450 различных позиций с общей массой более 1000 тонн. Для меня это большой и ценный опыт.